уважаемый член Азербайджанской Республики, один из самых лучших войск специального лечения в мире. А если уж очень углубиться и давать абсолютно объективную оценку, невзирая на то, что ты гражданин Республики Армении, то, возможно, хотя, с моей точки зрения, войска специального лечения вооруженных сил Азербайджанской Республики, при том, как войска специального лечения военно-морского флота, военно-морских сил, так и сухопутных войск, они одни из самых лучших в мире, во многом даже самые лучшие в мире. Они, потому что в мире только войска специального назначения, спецназ вооруженных сил Азербайджанской Республики, без поддержки ствольной артиллерии, активной артиллерии, бронетанковой техники и воздушной поддержки, взял курорт Шуша. Шуши, как армянская страна называет Шуши, азербайджанская страна Шуша, это один и тот же город. Это целый укрепрайон, о котором долгие-долгие годы, скажем, задолго до Карабахского конфликта, шли легенды, как это неприступная крепость. И вот так войска специального лечения вооруженных сил Азербайджанской Республики взяли вот эту неприступную крепость. И в мире только войска специального лечения вооруженных сил Азербайджанской Республики смогли сделать это. Не 6-й отряд морских котиков, по крайней мере, до сих пор этого не делал. Не спецназ ГРУ, спецназ главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации этого не сделал. ССО, силы специальных операций Министерства обороны Российской Федерации, значит, этого не делали. Не израильский легендарный Саярет Маткаль или подразделение 262 или Саярет Маткаль, спецназ Генерального штаба вооруженных сил Израиля. Не спецназ военно-морского флота военно-морских сил Израиля Шайта-13 или Флотилия-13 или Шайта-13 этого никогда не делал никто. Вообще войска специального назначения они предназначили для того, чтобы брать такой населенный пункт. Ну, они предназначили для того, чтобы точечно нанести какой-то удар, провести какую-то спецоперацию, разведку, скажем, отрезать укрепрайон, район, например, от снабжения методом засады и так далее, то потом это отдельно, это да. Но чтобы брать такой город, ну это уже отдельная тема для разговора. А фактом является то, что армянские военнослужащие, которые погибли в городе Шуши, они у всех пулевые ранения. Я не слышал, чтобы у кого-то там были осколочные ранения. Если осколочные ранения, то от 30-мм гранат, автоматических танковых гранатометов или 40-мм гранат, подствольных гранатометов, которые крепятся под автоматом. Ни у кого осколочных ранений от артиллерийских снарядов, кассетных боеприпасов, реактивных систем залпового огня или артиллерийских боеприпасов или кассетных авиационных бомб не было. А у всех были пулевые ранения. Это означает, что там действовал спецназ.